вернулся домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Все они в кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Довольно веселую шутку сыграли с солдатом ребята. Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться матом. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. «Мама анархия», Виктор Цой, группа «Кино».